Сейчас в Краснодаре плюс 26, ясно. Днем до плюс 36. Лето – это вайб. Нам, кстати, почти на 2 недели отключили горячую воду в ЖК, поэтому мы спасаемся вот этим чудо-бойлером. Он у нас уже был, когда мы заезжали в эту квартиру, и нам очень повезло, потому что даже друзья, которые живут у нас в соседних домах, спрашивают, типа, можно к вам прийти помыться? Посмотрите на эту прелесть, это очень вкусный завтрак. Греча с молоком, с маслом, яблочко и вкусняшка. Приятного мне аппетита. Я переоделась в тренировочную форму, причесалась и хочу сейчас немного позаниматься. Вообще у меня всегда очень кайфовые тренировки, я не составляю какой-то план, начинаю обычно с мягких потягуш, с разминки, и дальше, если моему телу сейчас хочется какой-то силовой нагрузки, то я ее даю себе, если нет, то я ничего особо дальше и не делаю. Хочу вам немного показать свое занятие. И обязательно включу кондиционер, потому что на улице плюс 37 в Краснодаре. И музыку. Поехали. Алиса, включи музыку. You go and can't, without remorse, without heart, in your head, you're right. In my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Ну вот и все. Тренировку у меня заняла буквально 20 минут. Сделала 2 силовых упражнения в 2 подхода. Все остальное, в принципе, была растяжка. И вообще давно для себя поняла, что самые такие эффективные, классные тренировки — это вот такие небольшие занятия по 20-30 минут себе в удовольствие, но регулярное. То есть хотя бы через день. Часовые, двухчасовые убийственные тренировки мне совершенно не подходят. Просто когда спортсмен проголодался после тренировочки. На самом деле очень важно покушать после такой активности. И грейпфрут, мне кажется, это просто любимый фрукт этого лета. Правда, такое ощущение, что у меня начинается на него аллергия. Но мы закроем на это глаза, включим что-нибудь на ютубе и будем наслаждаться едой. Вот такое твердое масло, очень вкусно пахнет кокосом. Я всегда наношу после душа на все тело. Но не спешите после него сразу надевать одежду. Подождите, чтобы масло впиталось и осталось только на коже. И обязательно опрыскиваю термозащитой волосы. Что делаешь там? Отдыхаю.
вкусняшки несет. Спасибо за просмотр. Мы поехали смотреть сериал и отдыхать.